رمضان يا خير الشهور، فيك المحبة بلا شرور، فيك السنة فيك الضياء، رمضان يا خير الشهور. رمضان يا وسطك مغفرة، وفي آخرك عتق من النار، رمضان يا خير الشهور. رمضان يا خير الشهور، فيك المحبة بلا شرور، فيك السنة فيك الضياء، رمضان يا خير الشهور. رمضان يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Вот и закончился священный месяц Рамадан. Поздравляю всех мусульман с праздником Идель-Фитр. Пусть Всевышний примет все наши посты и благие деяния. Я поздравляю всех с праздником Идель-Фитр. Это праздник счастья и радости. Это день, когда мусульмане всего мира поздравляют друг друга с окончанием месяца поста. Пусть Аллах примет от нас и от вас. Пусть да примет наши посты, молитвы и все благие деяния, совершенные в этот священный месяц. И пусть все греховное, от которого нам удалось избавиться, никогда к нам не вернется. Аминь. Поистине есть райур, это рай, который называется Араян. В судный день, кроме постящихся, никто туда не пройдет. Сказано, где постившиеся, они поднимутся и войдут в эти врата, и они будут закрыты, и никто больше, кроме них, туда не пройдет. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дорогие мусульмане, я поздравляю вас с праздником Ид аль-Фитр и желаю, чтобы вы получили награду за ваши благие дела и посты, и чтобы вы заслужили рая. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Окончен месяц Рамадан. Ура за байрам случится к нам. Ид мубарак. Хороший знак. Благословляем праздник так. И бедным снова помогли. Мы пусть держали, как могли. Накрыли праздничные столы. Пора отведать нам еды. Не позабыть про Ид намаз. А день лучше сейчас. Аллах доволен, чтобы был и сила веры наделил. Ид мубарак. Закончил испытание священный Рамадан. С радостью встречайте ураза байрам. Пусть несет он радость и веселье в дом, чтоб добро навечно поселилось в нем. Дом пусть будет чашей, полный до краев. Каждый будет счастлив, весел и здоров.
чистоты желаю в душах и сердцах. Пусть дороги жизни бережет Аллах. Аид Мубарак, дорогие братья и сестры! Поздравляю всех мусульман с окончанием месяца Рамадан. Пусть Аллах примет вас в пост и услышит вас молитва. Я поздравляю всех мусульман с окончанием месяца Рамадан. Пусть Аллах примет вас в пост, ваши молитвы и добрые дела. Ин Мубарак. Особый праздник в этот день. Глаз ваших не коснется тень. И дарит этот светлый пост покой, тепло, душевный рост. Добра желаю, честно жить, с прекрасными людьми дружить. Не встречаться с обманом, я вас поздравляю с Рамаданом! Поздравляю всех тысячам с этим днем. Он забывал, так и ходит, и угод в его зел. Угасаю от души, благодарю Аллаха, нас ходит и хранит. Шлю вам это поздравление, пускай молитвы вас хранят. Вы совершите омовение, наденьте праздничный наряд. Пусть Ураза Байрам дарует душе уют, свет и тепло. Душой стремитесь к благочестию, пусть праздник станет доброй вестью. Ид Мубарак. С радостью встречайте Ураза Байрам. Пусть будет дом чаще и полный для краев. Чтоб добро навечно поселилось в нем. Пусть унесет радость и веселье в дом. Правда будет счастлив, весел и здоров. Чистоты желаю в душах и сердцах. Всех здоровья и всех благ этот священный месяц. Пусть исполнится услышать Всевышний все ваши дуа. Рамадану я, Рамадан, Рамадану я, Рамадан, Рамадану я, Рамадан, Рамадану я, Рамадан. Рамадану я, хайра шур, фика л-махабба била шурур, фика с-сана, فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا